Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленска АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите в сегодняшнем выпуске. День военно-морского флота в Десногорске. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Капитальный ремонт городского пляжа. Будет выполнен благоустройство городского пляжа. Уличное освещение, видеонаблюдение, установка детского игрового оборудования. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 27 энергоблоков, в ремонте 9 энергоблоков. Суммарная мощность 23 132 мегаватта, выработка суммарная 118 699 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,3% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первые и третьи блоки, соответственно, с нагрузкой 1200-1014 мегаватт. Блок номер 2 выведен в текущий ремонт 17 июня с внутрироакторным контролем, 43-й сутки ремонта. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 29 дней июля составила более 1,3 миллиарда киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 9,7 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. День военно-морского флота отметили в Десногорске. Традиционно у памятника погибшим морякам всех поколений прошел памятный митинг. Российский военный флот надежно и эффективно обеспечивает безопасность и защищает национальные интересы нашей страны. Он вносит весомый вклад в укрепление ее обороноспособности. Без сомнения, моряки доблестно несут боевую вахту и свято чтут традиции военно-морского флота. Особые поздравления в этот день ветеранам. Товарищ капитан второго ранга, экипаж морского собрания, моряки города Десногорска, по случаю празднования Дня военно-морского флота построено. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Когда-то эти мужчины с честью выполнили свой воинский долг, а теперь активно приобщают молодежь к истории военно-морского флота. Ветеранов поздравили представители администрации города, духовенства и общественных организаций. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, мира и новых успехов в вашей нелегкой службе на благо Отечества. И мне хочется пожелать, чтобы продолжались славные традиции нашего военно-морского флота при покровительстве наших святых небесных заступников. На данный момент День военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Поэтому даты празднования из года в год могут колебаться с 25 по 31 июля. В этом году торжества пришлись на 28 июля. Программа этого дня была продолжена выступлением коллектива эстрадной песни «Ренессанс». После этого собравшиеся почтили память погибших моряков и возложили цветы к мемориалу. Совсем скоро начнется масштабная реконструкция городского пляжа. Подробности далее. Городской пляж – излюбленное место отдыха жителей и гостей Десногорска. Но качество культурного объекта уже давно оставляет желать лучшего. Отдыхающих встречает разбитый асфальт, старые раздевалки и неухоженная территория. Но совсем скоро городской пляж будет не узнать. Нами проведена конкурсная процедура по выбору подрядчика. К работам приступят 30 июля. Окончание работ 30 сентября. Городской пляж в этот период будет закрыт. Отсутствие доступа к городскому месту отдыха – вынужденная мера, так как предстоящие работы охватят всю территорию объекта. План мероприятия известен и утвержден. Будет выполнен благоустройство городского пляжа. Уличное освещение, видеонаблюдение, установка детского игрового оборудования, теннисные столы. И, конечно, новые волейбольные площадки. Установка конструкций и сама реконструкция территории пляжа не вызывает опасений и у непосредственного производителя ремонтных работ. Нам поставлено 2 месяца. Это, в принципе, я бы не сказал, что это очень маленькие сроки. Но достаточные для того, чтобы сделать всю необходимую работу. По той простой причине, что здесь, в принципе, будет работать в основном одна техника. И много людей сюда не задействовано. Работы обещают закончить к 30 сентября. И тогда на еще одно комфортное, светлое и современное место отдыха в Десногорске станет больше.
На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.